знаете, мы достаточно много для вас уже прокомментировали матчей. Говорю мы о себе, Юрии Розенове и Василии Соловьеве. Всем удачи, своем коллеге. Но, по-моему, у вас давно мы уже попадали. Самое неприятное, что меня жутко разболелось в голове от этой смены погоды, потому что буквально только что играли в следующую погоду, до этого в снег, сейчас вот дождь, и это невыносимо. Встречать его уже поздновато, потому что сейчас будет удар. Поделись, Василий, своими мыслями по поводу игры гостей в сегодняшней встрече. Можно попасть в дивизион повыше, если сейчас не отпускать руки, а биться на последнем. Вы увидите, что соперник не будет. Вы хотите представить вам судью?
пор вообще в минус команде пошел. Процент владения мячом он не так много определяет, потому что в этих 50% владения, да, одни могут делать вот это, а другие вот то. Вот, еще это такое может быть, может быть оборот. Поэтому, ну что, примем середину, 50-50%, и все, я от статистики теперь. Встречайте, мы уже поздновато, потому что сейчас будет удар.
шанс и такой промах. Часто бывает в напряженном поединке, когда все стремятся к победе, добиться ее не может.